Завтра 30, блин. Или ты завтра будешь готовить? А я за. Значит, послезавтра. Стоп. Это как? Нет, Макс. Завтра 29-е, Значит, 30-е, а потом послезавтра уже буду готовить свет. 31-е. Вот. Значит, можем попробовать сделать стрим по ИСО. Почему? Конечно, можно, Условно, но... блин, если бы я мог бы, я бы своего компа обстримил бы, если мог бы, честно. Геймплей снять. Почему там? Три человека всего посмотрят, это оно. Жесть, короче. Как это? Точняк, а тот чувак это, короче, предложил идею, типа, в шахматы. А есть такая штука, типа, ну, в шахматы только онлайн, там, кто хочет, типа, может с ним сыграть, там, вот. Вот можно реально по приколу сделать, чисто даже я, может, попробую стримить, чтобы с кем-то в шахматы, типа. Я поищу. Реально будет прикольно. Типа, кто такой крутой, там, кто кого победит, будем играть-то на бабки. Как это, как старики играют преферанс. Ну, хорошо, мы будем, короче, подумать, реально, насчет этой идеи надо подумать. Тут три человека, тут два человека, блин, прям вообще. Так, ну чё вы там? Ага, у детей там деньги не забираешь. И уже, Блин, ты очень короче, сильно. много бабок всяких. Почему? Вот теперь не лагаю, не? Хорошо, что я не лагаю. Вот отвечать на вопросы миллионной армии моих поклонников. Я уже чисто фанаты пишут там в ВКонтакте, типа.